Ребята, знак на Суперкошка и добро пожаловать в Бравл Старс. И сегодня мы купим скин на Тару за 500 звездных очков. Потому что, так как мы выбили с вами Тару, и новые скины на нее появились. А то в прошлый раз мы все вроде скупили, но нет. Так, где у нас Тара? Она же в самом конце, по логике. Нет, не в самом конце, мы же на нее 20 ранг апнули. Кто не смотрел эту серию, смотрите. Ребята, я Тару потеряла, вот. И мы, когда будем тестировать, попытаемся выиграть с ней два раза и выполнить квестик. Ну что, идем покупать. Звездный магазин. Покупаем. Дико-то включает особую модель бойца. Крутится персонажик. Ну как, не персонаж, а скин на него. Мне этот скин нравится, кстати. Так, берем скинчик. Мне даже он нравится больше, чем обычный. Погнали. Надеюсь, будут карты для Тары. До свидания. По логике, мы должны попасть на их территорию. Да. У них Нанин разносит нас. Или кто у них нас разносит? Ну, мы пока вроде бы побеждаем. Только я не... Вот у нас, конечно, есть осада, но здесь это вообще все равно. Здесь вот эта осада нам принесет абсолютно ничего. Целое ничего, я вам рил говорю. Эта осада нам принесет целое ничего. Хотя... стоп, там есть проход к ящику? Тогда она нам принесет кое-что. Да-да-да, мы сейчас... Да ладно. Я просто даже не заметила. Там, походу, кто-то улетает, что ли, разбомбил, пока, меня убили. Прикольно, скинчик протестирован. Но нам нужно его протестить еще раз, чтобы выполнить квестик. Мы точно здесь победим? Надеюсь. Жалко, что все скины остались такой, с обычным скином. Ну, кто-то говорит, что это первый скин, кто-то говорит, что это без скина. Думаю, вы поняли. Это похоже на адекватную стартовую карту от осады, а не от тестовых карт. Убиваем, убивать. Как я понимаю, мы здесь проиграем. Думаю, все. Рика выжил. Как он ушел от пушки? Хотя я уходила сама. Так что. Походу, у их Фрэнка залагал и нет. Значит, почему он встал? Ладно, проигрыш. За Индиго Тару. Но в любом случае скин прикольный. Ладно, пусть уже добивает сейф, потому что здесь уже без вариантов. Ну, тем более меня застанили. Ну, надеюсь, вам понравился скинчик прикольный. Подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видосики. Всем пока.